вечер, воскресенье. Время подвести итоги. Обо всем самом важном за неделю расскажем вам я, Наталья Хоменко, и мои коллеги. Вот чем запомнились уходящие 7 дней. Не стало легенды. Ушел из жизни легендарный актер, заслуженный деятель культуры Казахстана, любимый всеми ангел в тюбетейке, непревзойденный Алимгазы Раимбеков. Главный экзамен. В стране стартовало единое национальное тестирование. В проведении ЕНТ в этом году внесены новшества. Что ждать в этом году жителям области? Расскажут акимы на местах. На этой неделе начались традиционные ежегодные встречи акимов всех уровней с населением. В деле развития бизнеса 1500 предпринимателей области получат в этом году гранты на развитие своего дела. Как стать участником госпрограммы, разъяснили специалисты. Тревожная ситуация. Талдыкурган остается в красной зоне. Как долго продлятся ужесточенные меры карантина и какова реальная обстановка с пандемией в городе? Ответы на эти вопросы сегодня в программе «АПТА». Коронавирус продолжает будоражить весь мир и, похоже, пока не собирается сдавать свои позиции. По числу заболевших на первом месте в антирейтинге по-прежнему США, затем Индия и Бразилия. Казахстан, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на 109 месте. Впрочем, расслабляться еще слишком рано. В стране на этой неделе зафиксирован рост заболеваемости. Президент заслушал отчет министра здравоохранения о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Как доложил Алексей Цой, на сегодня количество занятых коек в инфекционных стационарах составляет 33%, в реанимационных отделениях 21%. Министр также отметил, что несмотря на увеличение количества инфицированных COVID-19, ситуация в стране находится под контролем, а все медицинские службы готовы к оказанию необходимой помощи гражданам. Касым Жомарт Токаев поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем и должным образом обеспечить подготовку к массовой вакцинации населения. Начать ее планируют 1 февраля. В первую очередь вакцинации подлежат медики и педагоги, а с марта будут вакцинировать людей с хроническими заболеваниями. И как доложил министр здравоохранения, уже подписан договор о поставке в Казахстан первой партии 20 тысяч доз российской вакцины «Спутник Ви». Вероятно, пик регистрации случаев возможен уже в конце марта. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3000 заболевших в сутки без жесткого карантина. При реалистичном и пессимистичном сценарии суточный прирост новых случаев может достигнуть до 6000 и 9000 случаев. При этом будет введен жесткий карантин для избежания перегрузки системы здравоохранения. Коронавирус не дремлет. Опасность еще слишком высока. Пандемия продолжает наносить удары по людским сердцам и жизням. Именно таким жестким ударом для общественности всей страны стала на этой неделе новость о смерти величайшего актера, легенды отечественного кинематографа, заслуженного деятеля культуры Казахстана, любимого всеми ангелов тюбетейки, непревзойденного Алимгазы Раимбекова. Известный казахстанский актер ушел из жизни 19 января на 86-м году жизни. Причиной гибели легендарного актера стал COVID-19. Телеграмму с соболезнованием родным и близким актера направил первый президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев, отметив, что его яркий образ навсегда останется в памяти казахстанцев. Слова сочувствия семье Алимгазы Раимбекова выразил и президент страны. Алимгазы Смагулович с большим мастерством исполнил роль Тайлака в одном из лучших произведений казахского кино – кинофильме «Ангел в тюбетейке». Затем он снялся в нескольких кинокартинах и получил широкую известность среди публики. «Пусть душа его покоится с миром». Алимгазы Раимбеков оставил ярчайший след в отечественном кинематографе и в сердцах почитателей его таланта. В его актерской карьере 14 ролей, но настоящую славу и ошеломляющую популярность ему принесла роль холостяка в картине «Ангел в тюбетейке» Шакена Айманова. Картина вошла в золотой фонд советского кинематографа. Там он сыграл добрейшего учителя географии по имени Тайлак.
крылатые фразы которого потом цитировала вся страна. Алимгазы Ата прожил счастливую жизнь. У него 10 детей, еще вдвое больше внуков и правнуков. Боль их утраты невосполнима. Вместе с родными актера сегодня скорбит и вся страна. Алимгазы Раймбеков – культовая личность в казахском кинематографе. Всенародный любимец, был примером идеального человека. Добродушие, дальновидность, проницательность. Он сочетал в себе все эти положительные качества. Его кончина – большая утрата для всего Казахстана. Слова соболезнования близким Алимгазы Раймбекова одним из первых выразил аким Алматинской области. Глава региона на своей официальной страничке в Facebook посвятил пост в память Аксакала. Всего 2 месяца прошло со дня нашей встречи с Алимгазы Раймбековым. Тогда я поздравил его с 85-летним юбилеем. В конце года мы вновь увиделись с ним. Это была предновогодняя встреча с ветеранами области. Тогда мы получили благословение Алимгазы Аксакала. Он пожелал нам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Потом он улыбнулся и прижал меня к своей груди, словно прощаясь. Пусть его душа покоится с миром. Прощание с ангелом в Тюбетейке состоялось на родной земле Аксакала в Куксусском районе. По словам окружения, Алимгазы Раймбеков, несмотря на преклонный возраст, всегда отличался хорошим здоровьем. Потому его кончина стала неожиданностью для всех. Особенно сокрушительным этот удар судьбы оказался для супруги ангела в Тюбетейке Гульжауар Апы. Он был человеком ответственным. Его всегда приглашали на различные мероприятия, и он никогда не отказывал. Был открыт и доступен для всех. Я знаю его, как никто другой. Мы вместе прожили 62 года, воспитали 10 детей. Как мне не быть сломленной в этот момент? Он самое дорогое, что было в моей жизни. Память о нем я навсегда сохраню в своем сердце. Выразить скорбь от потери Алимгазы Раймбекова приехали представители киностудии «Казахфильм». Ага был очень светлый человек. Он всегда принимал активное участие в общественной жизни своего региона, Казахстана. Активно принимал участие в деятельности «Казахфильма». Всегда интересовался деятельностью киностудии «Казахфильм», состоянием киностудии «Казахфильм». Вот активно принимал участие во время празднования столетия Шакена Айманова. Я сам лично с ним в 2014 году ездил на Дни кино, казахского кино в город Павлодар. Мы там около недели вместе были, показывали фильмы, встречались, творческие вечера были. Вот очень светлый, хороший человек. Родные не сдерживали слез, и даже хмурое небо грозилось разразиться дождем, словно скорбя вместе с ним, ведь небеса приняли нового ангела, ангела в Тюбетейке. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, Аблай Кутукбай, телеканал ЖТСУ. Алимгазы Раймбеков – добрейшей души человек, открытый, искренний и всегда приветливый. Таким мы его запомним навсегда. Коронавирус не щадит, а потому сегодня нужно быть предельно осторожными, предупреждают медики и настоятельно рекомендуют строго соблюдать все санитарные меры и следовать правилам карантина. С начала года уже зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заражения по стране. Сегодня в красной, высокой зоне риска находятся 6 регионов страны. Ахмолинская, Тырауская, Кустанайская, Павлодарская, Североказахстанская области и город Нур-Султан. В желтой, умеренной зоне риска расположены 3 региона – Западно-Казахстанская, Карагандинская и Алматинская области. Ситуация у нас под контролем, однако риск вспышки заболеваемости сохраняется. Тому пример Талдыкурган. Город по-прежнему остается в красной зоне. В областном центре ежедневно фиксируется наибольшее число заболевших. Тому виной элементарное несоблюдение карантина и вынужденных ограничений. Даже во время локдауна на выходных специальные мониторинговые группы фиксируют нарушения. Как долго продлится ужесточенные меры карантина? И какова реальная обстановка с пандемией в городе? Ответить на эти вопросы специально к нам в студию сегодня пришел главный государственный санитарный врач Талдыкургана Ермек Асимкулов. Здравствуйте, Ермек Асимкулович. Ну, приветствую вас, конечно, я на расстоянии, учитывая социальную дистанцию, как говорится. И в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время прийти к нам в студию, учитывая ваш
Сейчас напряженный график, в это непростое для всех время. Ну и, конечно, для начала задать главный вопрос. Какова обстановка сегодня в Талдыкургане? Как говорится, вся достоверная информация из первых уст. Добрый вечер. На сегодняшний день по городу Талдыкурган у нас эпидемиологическая обстановка неблагополучная, так как наблюдается рост. В настоящее время у нас город Талдыкурган находится в красной зоне. За период карантинного режима, за период карантина у нас зарегистрировано 2311 случаев. То есть у нас прирост составил 1,2%. В декабре у нас было зарегистрировано 142 случая, в настоящее время за 20 дней у нас зарегистрировано 375 случаев. Карантин, объявленный ранее, то есть ужесточенные меры карантина, предполагалось, что продлятся до конца этого месяца. Сейчас, какие, учитывая прогнозы, какие планы, продлится ли карантин? До 29 января мы будем сейчас смотреть за обстановкой, эпидситуацией. То есть, если эпидситуация у нас будет ухудшаться, то мы, скорее всего, данный карантин будем продлевать, карантинные мероприятия будем продлевать. И вот сегодня очень много остается еще вопросов и у нас, и у наших телезрителей, и наш сегодняшний разговор весьма актуален, и хотелось бы уточнить. Вот сейчас многие путают карантин и локдаун. В чем разница, чего придерживаться, чего лучше, как говорится, не делать, и за что сегодня могут оштрафовать? Локдаун на выходные дни только. Здесь приостанавливается деятельность пунктов общественного питания, то есть они работают только на доставку. Пункты общественного питания – это рестораны, кафе, столовые у нас. В дальнейшем приостанавливается деятельность спа-салонов, различных тренажерных залов, то есть только на выходные дни. Также бани, общественные бани, ограничивается у нас передвижение общественного транспорта. Утром у нас с 6 до 10 и вечером у нас с 17.00 до 20.00. Далее здесь мы в данные выходные дни мы приостановили деятельность двух рынков, то есть которые реализуют продукты питания. То есть мы, как наблюдали на прошлых выходных, наблюдалось большое скопление людей, где это чревато последствиями, то есть заражением различным. И в дальнейшем мы приостановили деятельность у нас по данному постановлению, продлены карантинные мероприятия именно по школам. По школам и то есть на удаленке дети, дети онлайн продолжают на удаленке учиться. Скажите, пожалуйста, если после 29 числа будет продлен карантин и локдаун, что он может подразумевать? Будут ли ужесточены какие-то меры в течение рабочей недели? Будут ли закрываться торговые дома, рестораны, какие-то общественные места, где опять-таки большая посещаемость? Проведя вот анализ по заболеваемости именно коронавирусной инфекции, у нас 40% больные посещали объекты массового скопления людей. То есть это у нас и рынки, и торговые дома, различные мероприятия, то и так далее, которые у нас в настоящее время запрещены. Да. И 25% это, то есть, в семье контактные. То есть кто-то заболел, принес в семью, да, и в дальнейшем у нас происходит полностью заболевание именно коронавирусной инфекцией именно в семье. Теперь, если будут у нас эпидемиологическая обстановка ухудшаться, мы будем принимать меры на ужесточение карантинных мероприятий. То есть в рабочие дни мы, как вот в выходные дни у нас не работают торговые дома, то есть объекты массового скопления людей. В дальнейшем мы будем сокращать, наверное, время, рабочее время. Хотелось бы добавить, здесь локдаун и ограничительные мероприятия не относятся к объектам, которые реализуют продукты питания. Все зависит от сознательности и поведения жителей областного центра. То есть насколько будут соблюдаться те ограничения и карантинные меры, которые сегодня действуют? Нарушений много выявляется. У нас по городу Талдыкурган работает 8 мониторинговых групп, в состав которых входят работники городского акимата и управления полицией. Вот последние дни мы добавили службу СОБР, то есть проводятся у нас ежедневные мероприятия. И на сегодняшний день у нас 147 составлено протоколов, которые оформлены штрафы, то есть на сумму более 11 миллионов тенге. Внушительно. Внушительно. И, допустим, вот за ближайшие дни у нас тоже очень большое количество нарушений, то есть материалы будут, мониторинг группы будут передаваться к нам, и, соответственно, мы будем принимать меры административного воздействия.
Ну, то есть и карательные меры, и карательные меры в том числе помогают сдерживать обстановку. Да. То есть у нас, как вот с прошлого года ввели по Республике Казахстан карантин, у нас запрещены мероприятия, торжественные мероприятия различные, но до настоящего времени они проводятся. Мониторинг группа это все выявляется и, соответственно, принимаются меры административного воздействия. Какой сейчас штраф за нарушителя? Это, к примеру, если проводится какое-то массовое мероприятие, ну, тот же какой-то банкет в ресторане, и кто несет за это ответственность? Здесь ответственность несут как руководитель, хозяин объекта, так и виновник торжества. То есть, проводя свадьбу, он заказывает тот же ресторан, то есть здесь двойное нарушение идет, и как у руководителя данного объекта, и плюс еще кто проводит мероприятие. Ну, теперь, да, 230 МРП у нас составляет. Придется выложить из кармана, если вдруг кто-то хочет карантин, отметить на широкую ногу мероприятие. Да. Поэтому, ну вот хочется, конечно, благодаря сегодняшней встрече и наших телезрителей предупредить, что карантинные меры, они сегодня как никогда важны и нужны. Только так можно сдержать распространение инфекции. И в связи с этим, опять-таки, много слухов ходит. Вот загруженность сегодня инфекционных стационаров в городе, насколько вот в этом ситуация складывается сегодня? В прошлом году построена новая инфекционная больница, модульная, то есть на 200 мест. То есть она уже практически на 100% она заполнена. У нас подготовлено 7 стационаров дополнительно на 1200 мест. То есть здесь и достаточно аппаратов ИВЛ, 120 аппаратов ИВЛ, и кислородных концентраторов 136. То есть всем необходимым оборудованием данные больницы, все они обеспечены. Ваши рекомендации как главного санврача, вот обращаюсь к нашим телезрителям. Во-первых, масочный режим, соблюдение масочного режима повсеместно. Люди преклонного возраста, старше 65 лет, желательно бы не посещали и не выходили из дома временно. Мы рекомендовали, вот, как пользуясь случаем, индивидуальным предпринимателям, вот кто держит рестораны, у кого имеются рестораны, там, кафе, закусочные и так далее, чтобы они все соблюдали карантинный режим. И в завершении нашего разговора хотелось бы опять-таки вернуться к главному. С 1 февраля планируется по стране начало массовой вакцинации населения, об этом сказал президент. Как она будет проходить у нас в областном центре? Кто в первую очередь подлежит вакцинации? То есть у нас определены именно контингент, который должен проходить обязательную вакцинацию. Здесь используется вакцина «Спутник Ви» российского производства. То есть она уже испытана, апробирована, проверена. В первую очередь у нас, первым этапом у нас будут прививаться это работники именно инфекционных стационаров, других провизорных стационаров различных, работники санитарной службы. Вторым этапом у нас будут проходить вакцинации это учителя, а также другие медицинские работники, которые не входят в первую группу стационаров. И на третьем этапе у нас будут школы-интернаты, то есть работники школ-интернатов, детских садов и люди, которые болеют хроническими острыми респираторными заболеваниями. Спасибо вам большое за этот дельный разговор. Он сегодня весьма актуален, потому что ситуация остается сложной, она тревожит и нас, и вас, и наших телезрителей. И спасибо за ваше предупреждение, за разъяснение обстановки. И я надеюсь, что наши телезрители, благодаря нашему сегодняшнему разговору, задумаются и все-таки более бдительно будут относиться к соблюдению карантинных мер, которые сегодня весьма важны. Спасибо вам. Состоялся важный разговор, но главное, нам удалось разъяснить ситуацию как с пандемией в городе, так и с условиями действующего карантина. За его соблюдением продолжают следить специальные мониторинговые группы, в работе которых в эти выходные приняли участие и мои коллеги. Первое место проверки – коммунальный рынок Талдыкургана, один из крупных продовольственных точек областного центра. По прибытию члены рабочей группы в составе заместителя акима города нарушений не выявили. Стихийной торговли не наблюдалось, в том числе и возле рынка. Зато в соседствующем с ним супермаркетом сразу со входа проверяющие заметили отсутствие тепловизоров и неконтролируемый поток людей. Недопустимую заполняемость объекта зафиксировали и в торговом доме 3-го микрорайона. Помимо этого, некоторые продавцы здесь обслуживали посетителей без защитных перчаток. Возмутило мониторинговую группу и отсутствие проверяющего на наличие масок.
Перчаток. Следующей остановкой стала расположенный в центре города магазин одежды, который был открыт, несмотря на постановление главного санитарного врача Талдыкургана. По словам продавца, работал бутик сегодня только из-за ревизии, хотя объявление, выложенное на их странице, говорило обратное. Там утверждалось, что магазин сегодня работает в обычном режиме с 12 обеда до 9 вечера. Он должен быть закрыт. Тем более вы разместили рекламу в Инстаграме. Хозяйка сказала, что не работает. В целом, в ходе рейда мониторинговой группы проверено порядка 40 объектов предпринимательской деятельности. Зафиксировано несколько нарушений санитарных норм. Теперь владельцев торговых объектов ждет административная ответственность. В связи с усилением карантинного режима, ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, в городе введены некоторые ограничения, приостановлена деятельность, либо ограничена деятельность некоторых объектов. Это общественного питания, бани общественных и магазинов непродовольственного товара. Поэтому мониторинговые группы активизировали свою работу. Ежедневно обследуют более 40-60 объектов. Свою работу выполняют мониторинговые группы не только днем, но и в ночное время. За последние несколько дней рабочей группой зафиксировано более 14 нарушений. Но, по словам заместителя акима Талдыкургана, в этом году к эпидемиологическим нормам в локдаун жители областного центра относятся более ответственно. Руслан Нурмухамбетов, Ержан Дюсен, телеканал ЖИТСУ. Вы смотрите итоговую программу «Апта», мы продолжаем. На этой неделе во всех регионах республики началось единое национальное тестирование. Январское ЕНТ будут сдавать более 120 тысяч человек. Это ученики выпускных классов, абитуриенты с аннулированными результатами ЕНТ прошлого года и студенты, обучающиеся по творческим образовательным программам, которые желают перевестись на другие специальности. Им предстоит ответить на 120 тестовых заданий за 4 часа. Проходит ЕНТ с учетом всех санитарных норм и по новым правилам. Новшество этого года. Зачисление на грант отныне производится по самому высокому результату тестирования, и неважно, сдавали его абитуриенты сейчас или летом. Проверят свои знания на зимнем ЕНТ и 13 тысяч выпускников Алматинской области. Возможность сдать выпускной экзамен продлится до 5 февраля. Всего для проведения единого национального тестирования в области организованы 14 специальных пунктов. Как они работают в условиях пандемии, расскажет Рустам Аралбаев. Уже в этом году в Алматинской области свыше 17,5 тысяч выпускников пополнят ряды абитуриентов. Более 74% из них выразили готовность испытать свои знания и готовность пройти государственное тестирование. Мен география және де ағылшын пәнін таңдадым. Туризм саласын маманы атанғым келеді. Я выберу географию или английский язык. В будущем хочу быть специалистом в области туризма. Подготовка к ЕНТ у меня прошла на высоком уровне. Закреплял полученные знания ежедневно. Теперь пришло время проверить их на прочность. В связи с пандемией в этом году сдача ЕНТ проходит по-особенному. Во всех 14 учреждениях строго соблюдаются санитарные требования. Тестирование пройдет в 13 потоков. В этом году в области заканчивают школы свыше 17 тысяч выпускников, то есть учащихся 11 классов. Из них на участие в едином национальном тестировании именно в январе месяце подали заявление свыше 13 тысяч учащихся. То есть это около 74% наших выпускников. Выпускники, которые получат соответствующие баллы, то есть выше порогового уровня, они имеют право поступать в высшие учебные заведения на платной основе, то есть не участвуя в едином национальном тестировании, которое будет проводиться, скажем, в марте или же в июне месяце. В первый день сдачи ЕНТ 31 учащийся не явился на экзамен. 10 были недопущены из-за нарушения правил. Всего по области примут участие в ЕНТ 120 тысяч учеников. Рустам Аралбаев, Мирует Кадырбаева, Асет Бекбатыр, телеканал ЖИТСУ. Ну а что ждать в этом году жителям области, расскажут акимы на местах. На этой неделе начались традиционные ежегодные встречи. Кстати, инициатива отчетности акимов всех уровней была введена президентом страны более 15 лет назад и сегодня стала поистине той необходимой диалоговой площадкой народа и власти, где не только подводятся итоги года, но и решаются насущные проблемы граждан.
Аким Бурауайского сельского округа Данияр Конурбаев отчитался перед населением. Он отметил сохранение темпов роста в экономической и социальной сферах. С учетом промышленного направления инвестиции в основной капитал составили более 4,5 миллиарда тенге. За прошлый год в округе открылись 93 субъекта предпринимательства. На сегодняшний день их общее число достигает порядка 2000. В 2020 году мы проделали огромную работу в социально-экономической сфере. Большое внимание было уделено состоянию дорог, освещению и благоустройству населенных пунктов. Во многом это удалось осуществить благодаря реализации государственной программы «Дорожная карта занятости». Проложены тротуары на 7 улицах общей протяженностью 7,5 километров. В селе Жайнах построена площадка для мини-футбола. На 4 улицах завершена установка уличного освещения. В текущем году мы продолжим работу по благоустройству для более комфортного проживания наших граждан. Аппаратом Акима в рамках акции «Безбергемес» было роздано 680 продуктовых корзин. Для детей-сирот и детей из неполных семей приобрели электронные гаджеты на сумму 760 тысяч тенге. Социальную поддержку оказали и в приобретении новогодних подарков для 125 ребятишек на общую сумму 230 тысяч тенге. В ходе отчетной встречи граждане выразили обеспокоенность недостаточным обеспечением интернетом в отдаленных селах. Мы видим, как проделывается работа во всех сферах, но хотелось бы знать, когда мы сможем получить качественный интернет в селе Жайнак. Для решения этого вопроса мы специально встречались с представителями Казахтелекома. Мы продолжаем обсуждать работу по закладке основ и оптоволокна для интернета. Будем делать все возможное, чтобы провести его в села. Также предприниматели из Алматы предлагают сами провести интернет, после чего у жителей будет выбор и альтернатива Казахтелекому. В текущем году в планах у администрации сельского округа начать строительство электросети протяженностью более 15 километров. Работа уже начата. Для Коксусского района 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, выдался более чем удачным. Объем промышленного производства составил 18,5 миллиардов тенге. Хорошие показатели достигнуты и в строительстве. Власти района ввели в эксплуатацию 7,5 тысяч квадратных метров жилья. Благополучно год крысы завершился и в других сферах. В 2020 году мы начали строительство 60-квартирного дома в центре. В этом году мы сдадим его в эксплуатацию. Более 60 семей наконец-то обретут заветную крышу над головой. Готовится смета и по другим многоэтажкам. Тем самым мы постепенно решаем проблему очередности. Товарооборот составил 5 миллиардов тенге. На ремонт и содержание дорог выделим свыше 1 миллиарда тенге. Аграрный сектор – главная ниша Коксусского района. С помощью опытных крестьян региона прошлогодние темпы производства продукции значительно выросли и достигли почти 30 миллиардов тенге. А это уже на миллиард больше, чем годом ранее. Особый упор в районе делается на выращивание сладкого корнеплода. И в этом есть смысл. Коксусский сахарный завод – это настоящий локомотив нашего района. Только в этом году им переработано 250 тысяч тонн сахарной свеклы. И во избежание простоя работы предприятия в этом году впервые будут перерабатывать сахарный тростник. Теперь завод после сезона переработки сахарной свеклы не будет простаивать без дела. После подведения итогов аким района в режиме онлайн приступил к сессии «Вопросы-ответы». Как выяснилось, наболевших проблем в районе предостаточно. Моему сыну необходима операция на вторую почку. Мы два раза возили его на операцию в Алматы, однако теперь у него обострилась вторая почка. Неожиданно нас лишили инвалидности. Это было серьезным ударом для нас. Мы поговорили с акимом, он обещал нам помочь. Сказал пойти на прием к главному врачу Бабахпи, и он поможет решить проблему. В Карабулакском сельском округе проблем не меньше. Жители пожаловались на медленный интернет, неасфальтированные улицы, отсутствие арочных сетей и другое. Плохая интернет-связь в ауле – проблема давняя, а в условиях пандемии стала насущной. У нас интернет сейчас не работает, самое необходимое. У нас вот онлайн-обучение, а у нас интернета нету. Вот не, мы не можем ни в Zoom зайти и не нормально обучаться. Вот интернет слабый, а у нас вообще интернета нету. Домашний интернет она не ловит. Загрузка идет постоянно. Вот, арочного полива нету, трассы нету, вот, многих улицах нету трассы. И освещения нету, уличное освещение нету. И это, детсад нету.
Нужды и чаяния населения – это всегда приоритетные задачи, поэтому ответ главы сельского округа был однозначным – все проблемы решатся. В селе Шимыр, к примеру, установят новые вышки связи и проведут качественный локальный интернет. Договор уже заключен. Однако на устранение других проблем потребуется время. Все вопросы будут решаться поэтапно, заявил Аким. Он отметил, что в 2020 году отремонтированы многие улицы во всех селах округа, построены детские площадки, а в районе мелькомбината установлен светофор. Ну а главной гордостью остается новый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Карабулак. В 2020 году проведен средний ремонт улиц сел Абай, Матай, Баисова, Карабулак, Шимыр и многих других. На улицах Акименко, Панфилова, Капсаматова и Лихачева построены детские площадки. Также по санитарной очистке и ремонтным работам по округу в весенне-осенний период в населенных пунктах проведено озеленение. Было посажено более 1000 деревьев. Во время месячников вывезено более 1,5 тонн мусора. В 2020 году, по словам Акима, малому и среднему бизнесу за счет создания и обслуживания новых торговых объектов была оказана всесторонняя поддержка. Привлечены инвестиции на сумму более 2,5 миллиардов тенге. На эти средства ведется строительство центральной районной больницы, а также новой школы в селе Абай, и еще будет капитально отремонтирована школа в селе Матай-Баисова. А основной отрасли, поддерживающей экономику округа, сельскому хозяйству уделено особое место. В целом по округу сейчас работают 349 крестьянских хозяйств. В прошлом году освоены все посевные площади. Получен весь запланированный урожай. Так, урожайность только зерновых культур увеличилась на 45%. На 2021 год запланировано еще много проектов. Ремонт и строительство объектов, благоустройство, асфальтирование улиц. Уже в этом году в райцентре завершатся работы по газификации. Также природный газ проведут в село Абай и Уркусак. В дальнейшем весь сельский округ будет газифицирован. Все эти проекты направлены на исправление проблем и улучшение жизни граждан. Алексей Яйцо и Руслан Тимиргали, телеканал ЖТСУ, специально для программы АПТА. Поддержка государства в развитии бизнеса – это прямое поручение президента и одно из главных направлений нынешнего послания. В его рамках 1500 предпринимателей Алматинской области получат в этом году гранты на развитие своего дела. Помочь в этом уполномочен областной центр занятости и его подразделения на местах. Именно здесь все желающие получат разъяснение, как стать участником госпрограммы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Такой возможностью уже воспользовались десятки жителей Талгарского района. Мой коллега Руслан Нурмухамбетов узнал, на что в регионе намерены сделать акцент в развитии бизнеса. Благодаря государственной поддержке в Алматинской области люди с особыми потребностями получают возможность жить полноценной жизнью. Элла Петровец – инвалид первой группы и всесторонне развитая личность. Она массажист с большим стажем работы. Помимо медицинского образования, в копилке достижений Эллы – звание мастера международного класса по армрестлингу. Огромное стремление к саморазвитию привело ее и на курсы бизнеса в палате Атамикен, где вскоре она получила государственный грант в размере 200 МРП. Грант я получила 555-600 тысяч тенге. Я купила себе, приобрела кушетку профессиональную, о которой давно мечтала. И аппараты, которые очень мне сейчас помогают в работе. Это вот аппарат для ног, аппарат для тела. Я очень рада и довольна, счастлива, можно сказать. Спасибо огромное Атамикену, спасибо огромное Центр занятости. То, что у меня очень плохое зрение, я волновалась, переживала. Меня очень поддерживали и помогали. И я прям благодарна от всей души. Госпрограмма «Енбек» порадовала и молодого предпринимателя Нурбола. В свой пейнтбольный клуб на полученные деньги он закупил дополнительные игровые автоматы. Это позволило увеличить доход и количество посетителей его клуба активного отдыха. Сейчас предприниматель планирует расширение площади и закупку специальных атрибутов для стрельбы. «Енбек» благодарен осы танцымнан арқылы, есту арқылы. Я услышал от своих знакомых про палату предпринимателей «Атамикен», принял участие в обучении и получил грант. Помимо этого, я обрел новых друзей, с которыми сейчас уже сотрудничаю. Центром занятости Талгарского района только в 2020 году реализовано 153 проекта на сумму порядка 82 миллионов тенге. Выданные средства нацелены на различные виды предпринимательской деятельности. От разведения крупнорогатого скота до открытия мастерских и салонов красоты. В основном эта сумма 200 МРП 555-600 в прошлом году была. Она предоставлялась на покупку оборудования, инвентаря, орудий труда, вот как я уже сказала, скота,
птиц и так далее. Также в области растениеводства были открыты теплицы двумя участниками программы. Также второе направление программы, оно еще предусматривает микрокредитование. Это под 6% годовых, под залог выдаются микрокредиты. В целом, в Алматинской области на развитие новых бизнес-идей только по программе «Енбек» в этом году выделено почти 18 миллионов тенге. На сегодня сформирован перечень востребованных специальностей, определены учебные заведения, на базе которых будет организовано профессиональное обучение. Руслан Нурмухамбетов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Центр дневного пребывания для детей с особыми потребностями открылся в административном центре Кигенского района. Посещать его смогут дети от 1,5 до 18 лет, причем совершенно бесплатно. Теперь в центре будут заниматься реабилитацией и социализацией ребятишек высококвалифицированные специалисты. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. В Кигенском районе насчитывается 87 особенных детей, 29 из них получают специальные соцуслуги на дому. Поэтому вопрос открытия реабилитационного центра в районе стоял очень остро. Об этом мечтали и родители особенной детворы. Они посетили торжественное открытие центра дневного пребывания в селе Киген и выразили слова благодарности областному и районному акимату за услышанную просьбу. Одновременно здесь могут получать профессиональную помощь 25 детей. Это радостное и значимое событие для всех нас – открытие центра для наших особенных деток. Раньше в нашем селе такого учреждения не было, поэтому я очень рада его появлению. Отдельное спасибо девушкам-докторам, которые всегда внимательны к нашим ребятишкам и никогда о нас не забывают. В центре созданы все условия для реабилитации детей. Здесь они смогут получать услуги дефектолога, психолога, заниматься лечебной физкультурой и посещать массаж. Услуги специалисты будут оказывать бесплатно. Здесь же для них будут организованы культурные и праздничные мероприятия. В центре дети с особыми потребностями будут проводить свой досуг с 9 утра до 6 вечера. Это будет удобно и для их родителей, считает руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Маржан Мурат. Взрослые будут иметь возможность работать или уделить время себе, что тоже очень важно, отмечает она. Родителю не будет необходимости стоять в очередях и в рамках здравоохранения, допустим, получать все необходимые услуги для ребенка. Все данные услуги будут оказываться в этом центре. Центр оказывает услуги на бесплатной основе для родителей. Оплата производится за счет государственного заказа в социальной сфере, поэтому для родителей это будет абсолютно бесплатно. В будущем такие центры будут открываться во всех районных центрах Алматинской области. В своем послании президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал провести работу по максимальному охвату реабилитационными центрами детей с ограниченными возможностями. В Алматинской области уже утвержден план в этом направлении. В настоящее время поэтапно выполняются цели и задачи, поставленные руководством области. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖТСУ. Еще одна госпрограмма стала настоящим реаниматором в деле обновления социальных объектов по всей области. Здания сельских врачебных амбулаторий и домов культуры, построенные еще в прошлом веке, изрядно обветшали и требовали скорейшего капитального ремонта. Палочкой-выручалочкой в этом стала дорожная карта занятости и программа «Аул Ельбесығы». В ее рамках буквально вторую жизнь получил дом культуры в поселке Саразек, построенный еще в 70-х годах. Теперь здесь вновь откроются кружки по интересам и зазвучит музыка местного оркестра. Планами на культурную жизнь своего поселка его жители поделились с нашими корреспондентами. Дом культуры села Сарыөзек административного центра Кербулакского района носит имя выдающегося акына своей эпохи Абикена Сарбая. И неспроста, участвуя во многих айтысах, он оставил неизгладимый след не только в истории Кербулакского района, но и всего Казахстана. Всю свою жизнь Абикен Сарбай посвятил развитию и сохранению народных ценностей. Его духовное наследие служит настоящим воздухом для молодого поколения дампристов и поэтов. Поэтому реконструкция этого дома культуры не случайна. Именем этого и Дом культуры связано очень многое. Абикен Сарбаев является ведущим, главным акыном в свое время ЖТСУ нашего Талдыкурганского Алматинской области. После Абикен Сарбаева осталось много наследия, где он участвовал во многих айтысах, был лидером по Казахстану, по Семиречи,
по Павлодарской области, по Карагандинской области. Он не одно поколение плеяды Ахынов воспитывал. Мы гордимся, что наша дом культуры носит имя Абикен Сарбаева. В эксплуатацию здание было введено еще в прошлом веке, 1970 году. Последние работы по реконструкции здесь проводились в 2008. Однако с той поры сельское досуговое учреждение нуждалось в полном перевоплощении и внутри, и снаружи. Обновили фасад и крышу, реконструировали помещения, заменили инженерные коммуникации, модернизировали и материально-техническую базу. На средства из областного и местного бюджета для Дома культуры закупили новую оргтехнику, осветительные приборы и музыкальную аппаратуру. А новые LED-экраны, установленные внутри и снаружи здания, служат оригинальным декором. По словам художественного директора театра, оснащенность технической базы составила 90%. Отметим, на комплексную реконструкцию было выделено порядка 300 миллионов тенге. В будущее у нас запланированы гастроли вот в другие районы, согласовано с управлением культуры, архив и документации области. Того, у нас еще впереди, мы сейчас по плану есть театр, народный театр организовать. Уже сейчас мы подобрали людей, вот самих среди своих работников. Сейчас работа идет. Дом культуры насчитывает несколько творческих коллективов, в числе которых фольклорно-этнографический ансамбль «Куренбель», эстрадные и народные певцы, домбристы. В культурной жизни Дома творчества активное участие принимают и старшее поколение района. Можно сказать, что Дом культуры стал центром притяжения для людей любых возрастов. Эта концертная программа на подмостках обновленного театра – первая с начала пандемии. Более сотни человек стали зрителями представления. Полюбоваться выступлениями местных артистов они смогли в масках с соблюдением дистанции в два кресла друг от друга. Мы очень рады такому грандиозному событию. Все очень понравилось, в том числе выступления молодых и талантливых артистов. Благодарю акимов области и района за такой просторный и современный театр. Они сделали большой вклад в развитие культуры нашего района. В настоящее время в Кербулакском районе действуют 11 домов культуры. Жителям района доступно 57 разнообразных кружков. Руслан Нурмухамбетов, Асет Дуйсенбек, телеканал ЖТСУ. Погода не перестает удивлять. Минус 25 в декабре и плюс 5 в январе. А после небывалая метель, которая в одночасье замела улицы областного центра. На их расчистку выехали десятки спецмашин. С разгулом стихии, точнее с тем, что она принесла, удалось справиться. Но вот как оказалось, не всем жителям областного центра это пришлось по душе. Полигон Раздора. Нелегальную свалку снега устроили в юго-западном жилом районе Талдыкургана. Уже на протяжении 3 лет она каждую зиму пополняется новыми кучами грязного снега. Будет ли закрыт стихийный полигон, разбирался наш корреспондент, побывавший на месте несанкционированной снежной свалки. Стихийная снежная свалка близ 6-го микрорайона по проспекту Астана существует уже на протяжении нескольких лет. Ежедневно грузовыми машинами сюда свозится грязный, практически черный снег. Как известно, специфические отходы содержат в себе не только загрязняющие вещества от автотранспорта и выбросы промышленных предприятий, но и противогололедные реагенты, которые при таянии снега попадают в почву и воду. А потому соседство со снежным полигоном для жителей микрорайона, помимо легочных заболеваний, чревато серьезными последствиями. На сегодняшний день в областном центре в уборке улиц от снега задействованы 3 коммунальные службы. Есть и официально закрепленные места для утилизации снежных отходов. Тем не менее, водители некоторых организаций города инициировали сброс грязного груза именно на этом месте. В этом районе строится реабилитационный центр для инвалидов. Сюда смогут приезжать люди со всего Казахстана. Да и район престижный. Только вот уже несколько лет сюда свозят грязный снег. Весной он тает, и на земле остаются кучи мусора из пластиковых бутылок, бумаги, пакетов. Даже трупы собак. Это рассадник заразы. Просто возмутительно. Представьте, какой вред для здоровья. И вообще, кто разрешил водителям свозить снег именно на это место? Разве это законно?
Стоит отметить, вывоз снега на нелегальную свалку чреват последствиями не только для жителей соседствующих многоэтажных домов. Административный протокол и штраф в несколько десятков месячных расчетных показателей грозит нарушителям. Сегодня на пульт канала 102 поступило сообщение. 6-й микрорайон, вывоз снега. Гражданин, который вывозил снег незаконно, не в установленном месте, был привлечен к административной ответственности по статье 505 КОАП. 30 МРП составляет 90 тысяч. Вывоз снега возле жилых массивов запрещается. Согласно приказу министра национальной экономики РК, вывоз снега с улиц и проездов осуществляется на установленные места, определенные местным исполнительным органом. Отсюда возникает закономерный вопрос, почему власти города до сих пор не приняли мер по закрытию данного полигона. Раньше было, вывозили снег по Жансугурова, сейчас построен новый инфекционный больница. На сегодняшний день там приостановлен снег вывозить. Сейчас у нас от Куркиду Талдырган возит свой снег 10-11 микрорайонов за пределы города. Остальные организации тоже туда возят. Отвод времени пользования земли у нас постоянно какими готовится. Это в районе 10-11 микрорайон дальше. И по улице Центральной возле Аптосона. Наша организация там вывозит снег. Им дали уведомление о очистке снега после весенний период. Гульмира Тимиргалиева, Жайк Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Помогают справиться со снегопадом и волонтеры. Активную работу развернуло молодежное крыло партии «Нур Отан». Волонтеры проехали по адресам социально уязвимых талдыкурганцев, раздав продуктовые корзины и оказав помощь в уборке дворовых территорий. Продуктовые корзины волонтерами доставляются прямо до двери. Получатели встречают отзывчивую молодежь теплыми улыбками и словами благодарности, тронутые их постоянной заботой. Многие радушно приглашают волонтеров за стол. Однако коробки с продуктами еще не развезены по адресатам, поэтому молодые добровольцы едут дальше. 82-летняя Рая Мамбетова – ветеран труда. Помощь от волонтеров она получает регулярно и отмечает, что молодежь всегда искренне и старательно трудится на благо старшего поколения. Я пожилая, имею инвалидность, живу с дочерью, у которой тоже инвалидность. Помощь от молодежи Жасутана всегда вовремя. Они приходят и зимой, и летом, приносят продукты, убирают в доме и на улице. Я им очень признательна не только за помощь, но и за внимание и заботу. Получатели продуктовых корзин рассказывают, что оказываемая помощь и внимание согревают в эту нелегкую пору. Оказывать помощь не менее приятно, чем получать ее. В свою очередь делятся волонтеры. Волонтерами Жастана мы продолжаем цепочку добрых дел. Это все в рамках проекта «Ардагерлер Дадахтайк» и «Бахты отпасы». За сегодня мы охватили 20 семей и намерены продолжать данное мероприятие. На этот месяц мы планируем охватить 100 семей по предоставлению вот именно продуктов первой необходимости. До конца месяца мы будем усердно работать по данному направлению, потому что наша организация – это не только молодежная организация, но и такая одна из тех организаций, которые работают в направлении волонтерской деятельности. И наши волонтеры всегда рады помочь. Всего за 2020 год участниками молодежного крыла доставлены продуктовые корзины для 14 тысяч семей в Алматинской области. В текущем году волонтеры планируют охватить поддержкой большее число нуждающихся. Рустам Аралбаев, Мади Байбусынов, телеканал ЖИЦУ. Ну и в завершении к теме спорта. Молодежная сборная Алматинской области по биатлону начала готовиться к чемпионату Казахстана. Учебно-тренировочный сбор проходит в спорткомплексе Алатау в Талгарском районе. Это соревнование ключевое, так как во случае победы призеры получат путевку на чемпионат мира. Каждый день биатлонисты пробегают на лыжах по 25-30 километров. Это неотъемлемая часть тренировок, ведь в этом виде спорта важна выносливость. Благодаря таким нагрузкам сибиряческие спортсмены на прошедшем чемпионате Казахстана смогли завоевать призовое место в общекомандном зачете. Теперь цель каждого из них – завоевать право выступить на мировом первенстве. К слову, три спортсмена уже получили заветные путевки. У нас 5 очень перспективных спортсменов. Трое уже отобрались на чемпионат мира. Это Генева, Чупик и Пивоварова. Они уже не первый раз отбираются на чемпионат мира. Ну, еще вот у нас 2 кандидатуры. Это Ручьев, очень перспективный, и Миронова. Все они учатся в нашей областной школе. Подготовка идет нормально, все по плану.
Поэтому будем надеяться на высокие результаты. В декабре прошлого года на Кубке Казахстана команда региона заняла 8 призовых мест. На высшую ступень пьедестала дважды поднималась Надежда Пивоварова в дисциплинах масс-старт и индивидуальная гонка на 12,5 километров. В этот раз спортсменка намерена повторить и превзойти собственный результат. Главные цели, ну, как можно наилучше показать свой результат на чемпионате мира. Также улучшать постоянно свои качества в стрельбе, в ходе, чтобы всегда быть на высоте. А я считаю, что на данный момент у меня как бы есть уже определенная форма, но есть еще к чему стремиться. Сборная региона к стартам практически готова. Чемпионат Республики Казахстан продлится с 8 по 14 февраля в Талгарском районе. Победители и призеры получат право представлять страну на мировом первенстве. Оно запланировано на 28 февраля. Алексей Яйцой, Жаркан Шинтаев, телеканал ЖТСУ. Так сложилась новостная картина этой недели. Встретимся на следующей, ровно в это же время, на телеканале ЖТСУ. До свидания.